Итак, вот это опять же Coco Beach, комплекс апартментов, куда мы приехали с Мариночкой. Вот там озерцо небольшое, туда не пойду. Итак, я пошла вот сюда. Вот на эту красоту, как она мне сказала, сюда пройти. Так, сейчас я попробую сюда пройти. Там река. Вот с той стороны океан. Через узенькую полосочку земли. А тут пошла. А тут... Сейчас я выйду на дорожку. Ой, какая сказка. Ой, какая квартира обалденная просто. Ой! Тут женщина одна знакомая живет, она американка. И вот мы у нее. Ее зовут Линда. Сейчас они меня увидят. Вон она, открыт балкончик на втором этаже. Ой, красота какая. Вот у кого-то прям такие на балконе. Итак, пошли. Она говорит, тут есть крокодилы. Тут кроликов очень много. Warning. Вы заходите на этот пирс на ваш собственный риск. Вау, какая красота. Вот это называется Banana River, по-моему. Ай, какая сказка. И вот я только что смотрела вот с этого балкона, вот открытый жалюзи на втором этаже. Я сказала, Линда, ты живешь в раю. Это парадайз. This is paradise. Это нечто. Она говорит, как много здесь разных birds, птиц, крокодилы, черепахи. И тут постоянно плавают дельфины. И очень-очень много рыбы. Вот если я пойду туда, я приду. Вот это тянется вдоль. Нет, заканчивается. Вот тут оно заканчивается. А там уже другой идет этот... другие жилые комплексы, и там уже сзади, слышу, плещется рыба. Класс. Как здорово. Такие заливчики. Какая красота, тишина. Птицы летают, поют. Такая маленькая птаха. Полетела. Вот еще одна. Вон она, прямо. Вон пошли круги. Прямо нырнуло что-то. Сейчас, я уже обследую вот тут вот. Где крокодильчики вы есть? Сегодня опять подгорело, мы целый день провели сегодня на Coco Beach. Вон они. Круги пошли опять. Крокодильчики, вы где? Вон она прям. Вон она, рыба прыгает. Классно как! Она прямо выпрыгивает. На несколько метров. Вот это да! А я думаю, что такое плюхается здесь? Ну давай, прыгай. Резиденты, те, кто здесь живут, и гости. Никому другому здесь не разрешается ходить. Вот так вот. Я гость здесь. Вон они, птички летают. Так, а там кто-то прямо плавает. Сейчас я приближу, посмотрю, что там такое. Вот там прямо что-то. Крокодильчик или дельфинчик? Нет, уже ничего нет. Ну, рыба как выскочила из воды. Все супер.
эти растения называются? Мангровые заросли. Угу. Она говорит, Линда, она говорит, тут такие закаты. Она говорит, через месяц посмотрите, закат поменяет свой цвет. И будут вообще супер красочные. Вот отсюда тоже выход к другому домику. Это такой же апартмент. Опа, опа, кто-то прыгает. Под мостиком. Отражение в воде, вон прямо желтая полоса, желтый полукруг. Сказка. Это всего лишь навсего Кока Бич. Как бы не слишком популярный. Ну, популярный, конечно, хороший, но не слишком, как бы сказать, богатый и не такой, как бы, как Майами Бич. Но все равно здорово. Вот они, мангровые, опять эти заросли. Там опять кто-то плещется, прыгает в водичку. Ух ты, далеко как можно пройтись. Только я пройдусь. Вон они, чикен, Флорида чикен. Курочки флоридские. Это бассейн. Вот голубым этим, белым забором это бассейн для этого здания. Действительно, жить это рай. Он опять кто-то прыгнул. По воде пошли круги. На лодочке вон кто-то. Воду тут надо брать, не мой этот каяк. Какая сказка. Вон опять кто-то прыгает в воде. И вот тоже канальчик какой-то. Сейчас я туда зайду, посмотрю. Черт, птица полетела. Вся травка выстрижена. Так, а вот это что такое? Надеюсь, крокодилов здесь нету. Это такая маленькая заводь тоже. Вот эти вот цветы шикарные. Вот это дерево с этими цветами. Гавайскими. Пошли с ним туда же. Красота какая. Сколько что-то интересно, такие квартирки стоят. Тоже, наверное, немало. Потому что из-за такого вида, конечно.
Прямо прыгают, прыгают. Вон они прыгают. Вон они прыгают. Ух ты, а там он еще такой. Ой, а луна какая, божечки мои. Вот обязательно здесь водичка, обязательно будет фонтан бить. Все ухожено, как все чисто, как все сказочно просто. И вот такая вся Флорида, не знаю, вся ли такая Америка, но Флорида вся вот такая. Что-то позади меня. Итак, мы приехали сюда с Мариной с ночевкой в этом шикарном апартменте. В Маринином, который смотрит прямо на океан. Дуглас меня отпустил. Хотя как, не очень хотел отпускать, но отпустил. Да. Сейчас мы пришли к Марининой знакомой сюда. Сейчас покушаем. Он не прямо прыгает. Прямо прыгает. Там тоже проливчик. Оп, закончилось все. Я думала, туда еще дальше пройду. А там парк уже какой-то. Да, тут уже какой-то парк. Вот тут лодку можно спустить на воду. Вот он спуск. И пошел парк. Беседочки. Все это прочее. Ладно. Ладно. Все, пошла назад. Ого, вон она, летающая рыба. Только что опять вылетела. Прямо на несколько метров. Как здорово. Вон она, вон она. Я была когда-то в Майами, Галя приехала, а там тоже заливчик такой возле дома. Иду, думаю, да что за шум такой за спиной, как шелест. Оборачиваюсь, а рыбы прямо стаями вылетают. Стаями прямо вылетают из воды, подпрыгивают на несколько метров и хлюпаются в воду. Я не помню, по-моему, я даже засняла, по-моему, но это было несколько лет назад. По-моему, где-то у меня там на видео есть. Зрелище было потрясающее, просто такие вот, вот так вот они вылетали, вот так вот. Так здорово. Вон она опять прыгнула. Мусорники такие симпатюшные. Вон они прыгают. О-о-о-о. Как здорово. Вон тоже только что. Хочу каяк и сюда на каячке приехать. Но одной, конечно, страшновато будет, потому что крокодилы здесь есть. А вот большая медуза. Это все равно как бы часть океана. Давайте, дельфинчики, покажитесь мне. Давайте, мои хорошие, пальмы такие же. Счастье, люди здесь. Вон они.
Вон они опять прыгают. Попрыгушки. Сейчас я нашлёпаю шлёпанцы, сейчас их сниму. Пойду босиком. Она рожает. Вон она, рыбка какая-то. Прыгает. Тут, наверное, дельфинчики подошли, поэтому она так прыгает. Таким треском. Сколько птиц? Там Мексиканский залив, там, где солнце заходит. Там Мексиканский залив. Сейчас я еще раз на луну посмотрю. Вот она затянулась облаками. Вот тоже бассейн. Вон она, рыба полетела. Такой, как кусок белой тряпки. Бумс. Это вот так высоко она прыгает. Этажи мы в квартире Линды.
фонарики зажигаются кругом. Нет, это не там, по-моему. Не там. Нет, не там. Там. Все правильно. Ладно, туда я уже не пойду. Еще кусочек красоты этой. Бассейн, накрытый вот этой вот подсеткой. Да, домики, конечно, с выходом на море будут стоить очень-очень дорого. Ладно. До свидания, солнышко, до завтра. Завтра мы пораньше встанем. И со сранья пойдем бегать по пляжу, встречать рассвет. И купаться с дельфинами, потому что дельфины подходят к берегу. Вон она шлепнулась, рыба опять. Так высоко прыгнула. Мне кажется, она даже через мостик, через этот перепрыгнула. Вон еще одна. Не хочется уходить отсюда, но надо. Здесь тапочки свои. Уходить надо. Как здесь или не здесь? Или то здание? Уже не помню. Какое здание? Не здесь. Не здесь. Следующее здание. Угу. Потому что там бассейна не было. Так что я показывала чужую квартиру. С переляку, с перепугу. Где же? По-моему, вот этот вот на втором этаже. Да. Оп-оп. Ого, там что-то прям прыгает. Все. До свидания, до свидания, до свидания. Ай, как красиво. Ай, как красиво. Не хочется камеру выключать. Прощальный взгляд, наверное. Нет, у меня отсюда не видно. Все, пока.